Прокурор Ульяновской области Хуртин Сергей Анатольевич поручил аппарату и прокурору Корсунского района незамедлительно провести проверку деятельности администрации технологического колледжа и муниципальных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в связи с избиением учащейся данного учреждения. Установлено, что в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ночь на 12 января 2016 года в туалете общежития названной образовательной организации одна из студенток подверглась нападению со стороны трех сверстниц, которые нанесли ей руками и ногами множественные удары по различным частям тела. Учитывая, что указанное обстоятельство подтверждается объективными данными, в том числе видеозаписью, произведенной одним из очевидцев, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть побои. В связи с изложенным, прокурор Ульяновской области дал поручение проверить деятельность должностных лиц Корсунского технологического колледжа и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района, не обеспечивших надлежащий контроль и соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья студентов учреждения, в том числе в котором обучаются сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Ход данной проверки, а также расследование уголовного дела – находятся на контроле прокурора Ульяновской области.